Группа поддержки хоккейного клуба «Авангард» «Черри» лидирует в голосовании болельщиков. Самых позитивных и красивых черлидеров выбирают фанаты всех клубов континентальной хоккейной лиги. В западной конференции пока на первом месте группа поддержки московского «Спартака» на Востоке. Больше всего голосов набрали девушки из Омска и Новосибирска. Дмитрий Ковалев побывал на тренировке черлидеров перед хоккейным матчем и оценил красоту группы поддержки «Авангарда». Здесь все как в большом спорте. Свои ритуалы, подготовка и разминка перед большим матчем. Этих девушек телезритель видит редко. За такой красотой нужно приходить на арену Омск. И люди приходят. У команды «Черри» есть свои поклонники, говорит будущий спортивный режиссер Мария Абраменко. Люди, в принципе, ходят, конечно, в большей степени на хоккей, смотреть на игру. Но есть такие, которые там пишут в интернете везде, что и смотрят также и на нас. И приятно смотреть. И когда там какие-то заминки, паузы в игре, тайм-ауты, сразу, говорят, взгляд переводим на нас, на вас. И наблюдаем. Очень приятно. Черлидеры тренируются не меньше, чем хоккеисты. Это только на первый взгляд кажется легко. А на самом деле 40-секундный номер девушки отрабатывают месяцами. В черлидинге смешалась гимнастика, акробатика и сразу несколько танцевальных стилей. Чтобы выполнять даже несложные поддержки, нужно быть в очень хорошей форме. Девушки танцуют не только во время матча, но и участвуют во всех клубных мероприятиях. Конкурс на лучшую команду поддержки континентальной хоккейной лиги – это новый вызов для «Черри». Девушки не раз побеждали в разных соревнованиях, но сейчас принципиальное противостояние с группой поддержки новосибирской команды. Пока «Мички» на первом месте, но все может измениться, переживает капитан «Черри» и будущий пилот вертолета Елизавета Хирванин. Все зависит от фанатов. Само голосование для того, чтобы сплотить болельщиков, для того, чтобы показать, насколько они стоят горой за свою группу поддержки, насколько им это интересно. Ну и, в принципе, это какой-то азарт для самих девочек, какая-то конкуренция появляется, ну и какое-то стремление стать лучше и показать себя. 5, 6, 7, 8. Дмитрий Ковалев, Евгений Русенко. Новости здесь, Омск.